С 28 июля ежемесячная денежная выплата льготным категориям граждан сотрудники пенсионного фонда осуществляют в проактивном режиме. В частности, это касается инвалидов. Раньше, чтобы выплаты установили, гражданин должен был подать заявление лично, если такие льготы ему нужны. Теперь же территориальные органы ПФР сделают все самостоятельно. От человека требуется только заявление о предпочитаемом способе доставки, которое можно подать через личный кабинет на портале госуслуг или сайте ПФР. Мы получаем информацию о том, что человек стал инвалидом. Сейчас у нас есть такие сформированные базы данных. Помните, мы в прошлом году много раз рассказывали, федеральный реестр инвалидов, это вот для этих целей. Есть еще единая государственная информационная социальная система, она используется для других целей. Но, собственно говоря, при определении права мы можем заглянуть и в нее. Органы ПФР назначают выплату в течение 10 дней с момента поступления информации. Сама процедура определения инвалидности сейчас также происходит заочно, исключительно на основе документов медицинских учреждений. Такой временный порядок действует с 1 марта по 1 октября 2020 года.